Встречи, которые церковь совершает с Богом. Поэтому сама встреча важна и для нас, и для, скажем, общей атмосферы, которая сложилась в этом городе, в нашей стране. Если прекратится богослужение, то я думаю, что с этого места тайна беззакония она начнет набирать свой темп развития. Хотя она достаточно, ну, уже развита, приходит к своему завершению, потому что я понимаю, что мы живем в последнем поколении. То есть я не думаю, что... И по всему это видно по Писанию. Знаете, когда я думаю о пророчествах, которые даны в Священном Писании, пророчества не даны, как я думаю, с целью знания будущего. Вы знаете, знать будущее. Ну, что толку то, что вы знаете будущее? Ну, знаете ли будущее? Будущее – это пришествие Христа. Но как практически, для чего дается пророчество? Для того, чтобы мы сориентировались, где мы находимся. В каком мы состоянии. Потому что, вы знаете, вот эта духовная ориентация, вот, в плане того местонахождения моего состояния, она помогает мне продвигаться вперед. Потому что моя задача пройти через все. Не оскверниться искушениями, не впасть в эти искушения, а пройти через все. Это моя задача. Завершить жизнь достойно. Вот то, что я вижу в моей жизни. А через что я буду проходить? Но если Бог мне все раскроет, на всю эту полноту, всего этого беззакония. Вы знаете, это же хорошо, что мы всего не знаем. С людьми, которые наделены властью, с ними работает целая команда для того, чтобы они не сгорели от информации. Вы знаете об этом? Переизбыток информации, особенно негативной, они сжигают человека изнутри. Человек выгорает просто. И Бог настолько щадящий в этом отношении, что Он нам не дает всю полноту негативной информации. Наоборот, Он нас поощряет, вдохновляет через свое слово и говорит: «Будь твердый, мужественный, иди себе, я сохраню тебя среди всех этих испытаний, которые придут на всю себе». Аминь. Поэтому наше собрание к Богу – это встреча. Вот сама эта встреча, она определена таким еврейским словом «маэ». Слово это означает время встречи, назначенное время. Вот. Я понимаю, что Бог прекрасно понимает, что это назначенное время, день Его воскресения, первый день недели. Мы собираемся в церкви. Мы также собираемся в начале шаббата, в пятницу вечером. Так что я думаю, что мы не нарушаем вот самого графика, который Бог положил в своей власти, дал нам времена, сроки, в которые мы встречаемся с Богом. Более того, это как бы если мы берем текст книг Ветхого Завета. Но если мы берем Новый Завет, то сама эта встреча, она происходит внутри, в сердце человека. Потому что Бог обитает внутри нас, и Он уже не выходит из нас. Он всегда находится внутри нас. Правда? То есть это такая привилегия, которую мы с вами имеем, невероятная. И что бы ни происходило в вашей жизни, помните, что Бог прямо в глубине вашего естества, в глубине вашей жизни. И Его преодолеть не могут никакие обстоятельства. Мы просто делаем свой выбор, остаться верным Богу. Это самый лучший выбор, который можем совершить. Аминь. Аминь. Еще раз хочу сказать, если люди не ходят в собрание, не надо их упрекать, не надо их, говорить, что они там, почему они там не ходят. Звоните, узнавайте служителя. Вот. Но то количество, которое сейчас собирается, то и должно собраться. Вот я вот в это искренне верю. Вот сколько должно прийти сегодня на эту встречу с Богом из нашей церкви? Вот те люди и пришли. Вы пришли по влечению Духа Божьего, вы на этом месте. И я думаю, что это очень хороший выбор и правильный шаг с вашей стороны. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Потому что я все-таки думаю, что грядут времена, которые полностью переформатируют мир. И мы с вами живем уже, скорее всего, в совершенно другом мире. Не только это коронавирус. Вот, это вот состояние общества, состояние, общее состояние людей. Вот это вот падшее состояние, в котором находится этот мир. Потому что наступает кризис не только политический, не только экономический. Наступает кризис духовный. То есть мир думал, что он духовный. Но на самом деле вот эти время показывают, что если что-то есть в человеке от Духа Божьего, это не подвержено кризису. Это не подвержено разрушению. Наоборот, это подвержено созиданию, благословению, преуспеванию, определенному внутреннему состоянию. Поэтому, дорогие мои, мы будем славить Бога. Мы будем совершать
наше служение, мы будем поклоняться истинному и неизменному, сотворившему небо и землю, через Господа нашего Иисуса Христа, который явил себя как Бог предвечный, который стал человеком. Аминь. Слава Богу. Поэтому ободритесь, вдохновитесь, настройтесь и воздайте Ему честь и славу, Он достоин. И такого, как Он, нет, не было и не будет. И ни в одной религии этого нет. Вообще не близко. Аминь. Слава Богу. Возможно, сеять. И я благодарю Тебя, что в это время мы не будем нуждаться, но Ты обеспечишь и благословишь каждую семью, каждого своего сына и каждую свою дочь. И благословишь дом хвалы и поклонения, чтобы в доме Твоем всегда была пища по слову Твоему. Мы благодарим Тебя, что окна небесные открыты над всеми нами через нашу веру и посвящение Тебе. Воздаем Тебе славу и честь во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждый дом, каждого трудящегося, каждого дающего, каждого человека в нашем собрании, в нашей семье хвали и поклонения во имя Иисуса Христа. Аминь. Да будем мы все благословенны. Да будем мы благословенны. Давайте помолимся, скажем, Отец Небесный, мне нужно Твое Слово. Я сегодня открыт учиться, готов быть облеченным, исправленным, наставленным в праведности, чтобы быть Твоим Божьим совершенным человеком, ко всякому доброму делу приготовленным, и жить, достигая людей для Тебя. Аминь. В начале проповеди хочу обратиться ко всем вам. Мы планируем с 3 августа провести школу Ишел. Вообще ничего не знаем, приедет ли Бог. Ирена вернулась, она была у детей за границей. Вот, и она планирует школу, и первая школа будет на базе нашей церкви. Это, конечно же, вызов для всех нас. Почему я сейчас об этом говорю? Я вас прошу, если у вас есть такая возможность и желание вашего сердца открыть свой дом для того, чтобы принять стажеров, которые приедут. У нас большая нужда в этом есть. У нас есть Олег Пушанко, ответственный за эту школу, в том числе и я, конечно, но он от вас примет ваше предложение с радостью. И я также буду благодарен Богу за ваш открытый дом, для того, чтобы принять людей. Поэтому, если у вас такая есть возможность, всю информацию, пожалуйста, дайте Олегу. Хорошо? Хорошо. То, о чем сегодня хочу говорить о молитве. Потому что сама молитва, без понимания ее сути, ее смысла, она как бы, знаете, не является чем-то для нас очень важным. Очень часто молитва — это означает что-то просить, чтобы получить или восполнить нужду. Да, и в том числе и это, но не это самое главное. Мы для основания возьмем молитву «Отче наш». Давайте и помолимся для начала. Давайте скажем: «Отче наш, сущий на небесах». Давайте, вы будете повторять. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Этой молитвой полезно молиться, и этой молитвой молятся все христиане всего мира. Но также мы должны понимать, что это является таким планом молитвы. Да? Там что-то заложено, глубина. Что-то Господь хотел передать нам, когда сказал: молитесь вот так, и не уподобляйтесь язычникам, которые думают, что будут услышаны за свое многословие. Иногда мы говорим, молиться надо мало, другие говорят, молиться надо много. Давайте мы коснемся самой молитвы. Я открыл текст этой молитвы, Матфея, 6 глава. Это с 9 стиха, также это Евангелие от Луки, об этом написано в 11 главе, с 1 стиха по 13. Итак, все начинается по порядку. Мы говорим о том, что Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое.
Давайте мы возьмем сейчас вот этот блок этой молитвы и рассмотрим его по очереди, все постепенно. Я не буду давать много информации. Но я хочу вам передать то, что я вижу в молитве, что заложено как глубинное понятие, основополагающее понятие, из которого мы можем выстраивать и прошения, и достижения обетований, и ответы, которые приходят на молитву человеку. Я думаю, что основная мысль этой молитвы – привести человека в соответствие с Божьим ответом. Повторю. Сама основная мысль – привести меня в соответствие Божьему ответу. С того момента, как я начал смотреть на Библию как на юридические документы и на законодательные документы, для того, как на Конституцию неба, с этого момента я понял, что вступают в действие определенные законы, которые действуют всегда. Мы знаем, что сейчас Новый Завет – это время благодати. Сама благодать является помощью для исполнения Божьих предписаний, священных писаний. То есть это не повод какому-то домыслу, когда человек сам себе представил, как он должен жить. И он так и живет. Но это, наверное, скорее всего, язычество. Для этого даны писания, для этого даны заповеди. Еще самым большим откровением, которое я получил за последнее время, это то, что Бог себя выражает и являет как Слово. Я не могу сказать, что это все, кем есть Бог. Понятно, что Он непостижим и неисследим, скажем, во всей Его сущности и полноте, которая бесконечна со стороны человека. Никто не может познать Бога до конца. Мы можем познать в определенной части. Вот изначально Бог являет себя как Слово. Если мы читаем книгу Бытия, то мы читаем, вначале было Слово. И если мы читаем Евангелие от Иоанна, контекст первых стихов, то и Слово было Богом. Или Бог и есть это Слово. И если этого недостаточно, 14 стих подтверждает, что Слово стало плотью. То есть и в книге Откровения Христос, единосущный от Отца, который одно, Он Эхад, неделим, но Он не является единственной формой, как Личность. Мы знаем, что Эхад это составная форма. Я это знаю, по крайней мере. И как факт, Бог себя являет в трех лицах. Хочу вам сказать, что люди, которые на самом деле изучают Библию, чтобы ее опровергнуть, и люди, которые изучают Библию, чтобы утверждать ее истину, не должны, нам не надо вступать в споры, доказательства о существовании Бога, потому что это недоказуемо с точки зрения логики человеческой. И нам не надо доказывать, что Бог это три личности. Это как факт в Библии. Это просто есть и все. И просто это надо принять, и так и есть. Итак, он, все эти три личности есть Слово. Вот как он себя являет. И когда мы говорим, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Фактически речь идет о Слове Божьем. Мы должны светить Слово. Что значит светить? Отделить и сделать его центром нашей жизни. Потому что приоритеты, они меняются, факты жизни меняются, но центр он всегда остается центром. Знаете, есть такое понятие христоцентричный человек. Да? То есть человек, чья жизнь вращается вокруг Мессии, Спасителя нашего, Иисуса Христа. Или нашего Бога. Это суть одно. И есть понятие противоположное эгоцентричность. То есть жизнь человека, которая вращается вокруг его личных интересов. То есть его определенных целей, которые он для себя поставил. Кстати, самым таким эгоцентричным человеком из всех апостолов является апостол Иуда. Хотя эта проблема была у всех апостолов. И мы видим, что они смогли справиться. Они перешли с орбиты эгоцентризма на орбиту богоцентризма. То есть это возможно, Библия говорит, это может произойти, хотя это достаточно сложно для нас. Итак, мы выделяем в центр нашей жизни Слово. Еще одним большим откровением для меня было то, что я с вами проговариваю многое время, что изначально Слово выражено как 10 заповедей. Позже это стало Торой, Пятикнижием, позже это стало Танахом, 39 книг, которые мы называем Ветхим Заветом, или принято называть.
То есть, ну, нормально, ничего, ну, принято, значит, принято. Хотя Слово Божие целостно, оно не является делимым на какие-то части. Вот. И еще позже было добавлено на 27 книг Нового Завета, и мы имеем с вами канонические тексты Писания под абсолютным контролем Бога, переведенные на все языки мира, доступные на сегодняшний момент. Вот. И еще она переводится. И это и замысел Божий для всех народов на земле. Можем это сказать? Аминь. Итак, что же Бог в центр ставит? Да Он ставит в центр заповеди. Потому что невозможно с Богом соединиться каким-то иным образом, как посредством и того, что мы соблюдаем заповеди. То есть фактически соблюдение слова свидетельствует о том, что человек соединен с этим словом. Вы знаете, как были даны Писания изначально. Скажем так, обществу, которое Бог называет своим народом, Израиль, на горе Синай, через Моисея Он дает 10 заповедей, запечатленные на камне. Это символизм. Потому что камень, и я уже с вами об этом делился, если мы берем аббревиатуру Слова Божьего Эвен, то мы имеем, что внутри это Отец и Сын одно. Фактически камень – это человек Божий и Бог одно целое. Одно. Эхо. То есть мы входим в это единство, которое многосоставное. Не только мы говорим о трех личностях, оно многосоставное. Бог включает нас в это единство с Ним. И заповеди, написанные на камнях, это заповеди, которые написаны на живом человеке. Не на каменной скрижали, пишет, говорит нам Павел, учитель, раввин, рав Шауль или апостол Павел. Он говорит, они написаны на скрижалях сердца. Поэтому, когда мы говорим «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое», это фактически жить по заповедям. Мы ставим центр заповеди. Как еще можно соприкоснуться с Богом? Очень сложно. И в молитве мы озвучиваем понимание того, как мы святим Бога. Поэтому, знаете, вот эти все всплески такие, которые появились с приходом евангельского учения в 80-х, конце 80-х, 90-х годов, оно формируется. Да, вначале мы были наставлены, что все так просто, все так легко. Со временем мы через наш опыт поняли, что не все так просто и легко, что детство прошло и наступает время, когда надо созидать свою жизнь на основании Слова Божьего. И вот мы видим, что мы святим Бога тем, что мы исполняем Слово. Я не думаю, что это очень сложно для понимания, но это очень сложно для исполнения. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Таким образом, и Царство Его, и воля Его исполняются в живом верующем человеке на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Знаете, под хлебом насущным мы, и я очень долго подразумевал действительно вот эти материальные ценности. И вообще, знаете, как Яков молился, если ты дашь мне хлеб в пищу и одежду одеться, я в мире возвращусь в дом отца моего, то этот камень будет свидетельством, которое он поставил в эфире. И я дам тебе сегодня 10-ю часть. Очень мудрые, правильные слова, но хлеб насущный, он имеет немножко другое понимание. Потому что на самом деле, опять же, в основании всего стоит Слово. Опять Бог акцентирует наше внимание на Слове. Когда Христос в 4 главе Евангелия от Матфея был искушаем сатаной, Он цитирует из Второзакония 8 главы. Помните, Он говорит, сделайте камни хлебами. Помните, сатана его обращает внимание? Потому что на самом деле, если взять логику этого мира, а то, как мир этот мыслит, то весь мир думает о том, как лучше прожить. Поэтому в наших мыслях действительно сосредоточено желание о том, чтобы у нас всего было достаточно, особенно нам было что кушать. И это не является чем-то неправильным. Это хорошо, когда в доме есть еда. Но на самом деле есть путь Божий. И Иисус говорит, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Хочу еще один текст вам предложить для внимания. Это притчи, 30 глава.
Я прочитаю с 5 стиха. «Всякое слово Бога чисто, Он щит для всех уповающих на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». И вот здесь уже акцент идет на слове. И дальше написано. «Дух вещей, я прошу у тебя, не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Дабы я не извратился там дальше, вместо того смысла. «Питай меня насущным хлебом». Вы знаете, в основе любой жизни, опять же, лежит это слово. И когда мы получаем хлеб насущный на каждый день, или получаем каждый день Слово Божье, для того, для чего оно нам, Бог будет нам давать Слово, когда мы на самом деле устремлены его исполнять. Поэтому еще раз говорю, все крутится вокруг Слова. Хлеб насущный дай нам на этот день. Дай мне живое Слово, Господь. Дай мне откровение, как мне жить в этом времени, как мне жить в этом дне, как мне жить среди тех проблем, которые пришли, как мне жить среди этих вызовов, потому что у тебя 100% есть выход из всех этих обстоятельств. Я смогу пройти через все это. Я хочу вам сказать, именно Слово Божье ценнее физического хлеба. Если мы это понимаем, мы живем этим Словом. Если мы живем этим Словом, мы имеем обеспечение. Потому что для тех, кто исполняет Слово, Бог обеспечивает эту жизнь. Когда Он Израиль вывел из пустыни, Он не просто их вел, как Слово, Он еще давал им ману небесную, Он кормил их, Он обеспечивал их на жизнь. Он обеспечивал их теплом во время холода ночи в пустыне и прохладой во время жары дня. Он заботился о них в месте, где нельзя было выжить. Поэтому я вижу еще, что Отче наш, все время акцент заостряется на Слове Божьем. Почему? Потому что Слово Божье имеет в себе преобразующую силу. Чтобы перевести нас от нашего эгоизма, к сожалению, мы все страдаем этим. Я включаю себя, я понимаю, что у меня это есть проблема. И эгоизм – это повод к тому, чтобы впасть в искушение. Что дальше Бог говорит? Как у нас учит молиться? «И не веди меня в искушение, но избавь меня от лукавого». Библия говорит о том, что мы будем проходить через искушение. Слово «не введи» не означает вообще не соприкоснуться с искушением. Оно говорит о том, что мы будем способны пройти через любые искушения. Мы не упадем в искушениях. Вы знаете, что происходит, когда человек падает в искушение? Он начинает жить во грехе. А грех и есть это беззаконие. Грех и есть жить не по Слову Божьему. Поэтому именно этот хлеб насущный дает нам силу пройти через искушения, которые в нашу жизнь приходят. И на самом деле тогда искушение является не препятствием, а тем огнем, который нас закаляет. Тем способом, через который Бог извлекает то, что Он в нас вложил, как в новое творение. Дальше написано, что «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это тест для нас. Гордый человек не умеет прощать. Гордый человек накапливает обиды, накапливает злость, накапливает месть. Человек, который смиренный, он способен прощать. Я не говорю о том, что мы прощаем, всегда это нам легко делать. Но именно смирение приводит нас к прощению. Согласитесь с этим? И смотрите, если бы это была физическая пища, если бы это были физические благословения, если бы это было прошение чего-то, что нам нужно, как-то оно не вписывается в это лекало молитвы «Отче наш». Но весь акцент заострен на Божьем Слове. Весь акцент заострен на том, чтобы сформировать нас как личность, которая достойна Божьих ответов. О чем сказать? Может быть, вы в вашей жизни это переживали. И я бы хотел, чтобы это переживали многие из нас. До тех пор, когда вы еще не успели попросить, вы только подумали, а это пришло в вашу жизнь. Вы, может быть, даже где-то и стесняетесь с Богом об этом поговорить, а это приходит в вашу жизнь. И приходит, и приходит, и приходит без остановки. Дело в том, что хлеб насущный включает в себя
обетование Божье. Кто-то сказал, их около 5000 в Библии, когда все это начинает работать. Вы знаете, вы замечаете, когда вот все складывается, не надо прилагать усилия, не надо прилагать хитрость, какие-то манипуляции, что-то выдумывать, залазить в долги. Это просто приходит. А почему это приходит? Потому что это слово тебя сформировало для ответов Божьих. Там он знает наше прошение еще до того, как мы его произнесли. И он нас формирует словом. Знаете, во Святом Святых совершается дело производства. Постоянно идет совещание внутри и естества Божьего о том, о той программе, о том замысле, который Бог приготовил для каждого своего ребенка. И знаете, внутри происходит совет. И я примерно представляю такой диалог, может быть это будет грубо, между отцом и сыном в его единстве, где они совещаются, как же тебя взрастить для того, чтобы дать тебе то, о чем ты просишь. Какой лучший путь для этого? А лучший путь для этого и очень просто описал апостол Павел. Представь Богу свое тело для Его Слова. Представьте тела ваши в жертву живую. Нас пугает слово «жертва». Это значит христоцентричность, это перестать жить для себя. Святую, благоугодную. И это есть разумное служение, есть разумная жизнь. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы познавать самый лучший замысел для себя. Самый лучший замысел там. Нам иногда кажется, самый лучший замысел у меня. Ведь я в контексте обстоятельств, я среди вызовов, я знаю мою ситуацию. Бог знает нашу ситуацию настолько, насколько мы ее не можем знать. Сколько там подводных течений, подводных камней. Сколько лукавых замыслов. Сколько может быть зависти или ненависти человеческой. А еще возьмем и демоническое давление. Они нас всегда ненавидели. И только Бог знает, как нас привести к добру. И знаете, хлеб насущный, это, знаете, та мера, которая нас никогда не испортит. Вы знаете, как он давал ману? На каждый день. Только для шаббата он давал на 2 дня собрания, чтобы не работали в шаббата, размышляли над словом, размышляли над тем, что Бог делает в их жизни. И знаете, есть там 2 истории, которые Иисус добавляет в Луки. Он говорит, вы знаете, что если вам нужно было еды, к вам пришел гость, а у вас дома ничего нет, то вы постучите к своему соседу и говорите, дай мне, у меня гости, дай мне что-то в долг, потому что мне надо накормить моего гостя, гостеприимство. А дома ничего нет. Он говорит, слушай, я уже помыл ножки свои, деток уложил, мне неудобно тебе встать и дать. Написано, что по неотступности, да? Если мы понимаем, что мы можем быть абсолютным образом преображены от встреч с Богом, от того, что мы практикуем Его Слово, и в молитве мы правильно расставили приоритеты, то мы 100% знаем, что мы можем измениться. Еще одна большая истина. Я часто ее слышал, но со временем убедился сам. Я никого не могу изменить. Ни понуканиями, ни упреками. Я этого много делал. Ни осуждением. Осуждал. Каюсь за все эти вещи. Я даже сам себя изменить не могу. Меня может изменить только Бог через мое смирение. Внимание! Это не будет первичной реакцией Бога. Бог не даст тебе найти деньги под листочком, когда ты собирал грибы в лесу. Наши фантазии очень бурные могут быть, особенно во время нужды. А Бог даст тебе рему, откровение, Духа Святого, чтобы изменять тебя, для того, чтобы не получить то, о чем ты просишь. Послушайте, невероятный Бог. На самом деле, Он тебе всегда говорит, да и аминь. Он на самом деле работает с твоим и с моим сердцем, чтобы привести нас к нашим ответам. Как он говорит, вы еще ничего не просили во имя мое. Просите, и будет вам, чтобы радость ваша была совершенна. Ведь как нас радует, когда мы видим Божий ответ. Когда это не наши
не наши, знаете, приемы, не наши какие-то усилия, когда это просто Божий ответ, когда Бог Вселенной ответил тебе. Это просто восторг, это просто радость. Он ответил тебе. И еще, знаете, что я одну вещь понял. Очень часто я пускался в разные предприятия, пытаясь распорядиться своей собственностью. Как я считал нужно? Потому что это было в моих руках. Ну, немножко ближе к телу, да? Как говорила Стабенда. У меня машина, которую я купил в кредит, она мне обошлась больше 20 тысяч долларов, выплачивать кредит. Сейчас она стоит около 5 тысяч долларов. Я пытался ее продать и не продал. Хотя мне давали определенную сумму, вот эту сумму мне давали, а потом в одном месте, когда мне ее давали, мне стало жалко ее продавать. Мне покупатель говорит, тебе что, жалко продать? Я говорю, еще набрасу 200 долларов. Не наброшу. 5300 достаточно. Я говорю, ну тогда я не продаю. Ты просто не хочешь продавать. До кризиса. Не продал. И вы знаете, я сидел, размышлял вот над этими всеми вещами. И знаете, вот как-то ты уже когда к этим вещам привязываешься, я иногда с машиной разговариваю как с живым человеком. Я говорю, спасибо тебе, что ты у меня не ломаешься. А то иногда она выбрыкивает. Я не говорю, что она живой организм, абсолютно нет. Не так. И меня пришла ко мне мысль, что я своевольно распоряжаюсь имуществом Бога. Я не говорю о вашем имуществе, я говорю о том, что у меня есть. Я понял, что я делал, не вопрошая, и пытался сделать то, что я считал нужным, а на самом деле у меня ничего своего нет. Вы понимаете, что, конечно же, оно дано в мои руки, и я этим распоряжаюсь. Но если разобраться по сути, что говорит Слово Божие, вы куплены дорогою ценою, и вы себе не принадлежите, вы не свои. Если я себе не принадлежу, то все, что в моем доме, мне тоже не принадлежит. Это имущество не мое. Знаете, мы очень часто Богу говорим такие слова. Все мое твое. Все твое мое. Но Бог уже доказал нам, что все его нам принадлежит. Как? Он не пощадил сына своего, но подарил его нам. Так или нет? В то же время он оставляет то, что в наших руках, в нашем распоряжении. Почему? Потому что на самом деле только твоя добрая воля там может проявиться. Потому что если Бог сказал, буду наказывать, буду постоянно тебя подвергать давлению. Нет, он говорит, поступи с этим, как ты рассуждаешь. Хотя это на самом деле земля. И что наполняет ее? Господь. Знаете, сейчас у нас что-то стало вырисовываться вот с этим зданием. Нам обещают сделать ремонт внутри, снаружи крышу поменять, все полностью сделали. То есть, ну и говорят, что, ну говорят, и уже меморандум подписан, вот он немножко раньше, о том, что мы за это вообще ничего не будем платить. Знаете, я бы, может быть, и прыгал бы от радости выше неба, но это всего-навсего пока что слова человека. Я уже заметил, как я надорвался вот за это здание. Когда мы его купили, церковь, у нас был долг около 40 тысяч долларов. Это было очень давно, и это были очень большие деньги на то время. Они и сейчас не маленькие. Мы с Ниной сидели, Нина говорит, теперь мы продадим квартиру, чтобы нам долги отдавать. Потому что на самом деле давление было таким тяжелым. А потом, когда крыша лопнула, я совсем по здоровью надорвался, честно вам скажу. Психологически, ну, надорвался. И вот ко мне приходят такие мысли. Я не жалею, не надо жалеть, все нормально. Я просто говорю о своих состояниях, об этой ответственности. Я и сейчас переживаю, что если придет комиссия, это штраф несколько сот тысяч гривен. Сот тысяч. Но собрание христиан, славящих Бога, дороже. Но ответственность на мне постоянно вот в таком состоянии. Я уже говорю, когда я уже перестану переживать?
Потому что в последнее время уже как-то постоянно такое не совсем нормальное состояние чувствую. И знаете, когда я начал думать дальше, эти мысли ко мне приходят. Земля и все дела на ней сгорят. Когда Бог придет судить эту землю, от этого здания ничего не останется вообще. От моего имущества земного ничего вообще не останется. Я не знаю, как насчет вашего. Может, удастся перетащить квартирку или домик в небеса свой, со своим садиком? Может быть, я не знаю. Может, удастся с этими купюрами, гривнами туда прийти? Может быть. Я сам себе думаю, так стоит вот так за все это переживать. Знаете, когда мы переживаем? Когда мы думаем, что оно наше. Оно не наше. По сути вещей, посмотрите на Писание, не наше. Но Он нас поставил распорядителями и управителями над своим имением. Помните? Как только мы сказали Иисусу Христу, что Он наш Бог, все наше перешло в Его владение, оставаясь в нашем распоряжении. И это испытание и томление Духа. Правда? И если мы эгоцентричные люди, зациклены на самих себе, у нас проблемы. Если же мы переключены на Бога и положились на Него, и в молитве ищем того, чтобы Он изменил наше сердце, мы счастливые люди. Мы обладаем миром, который нельзя купить. Это то, о чем я говорю, мне нужен мир. А для того, чтобы прийти к этому миру, мне нужно преобразование. Я не знаю, как насчет вас. Говорю о себе, потому что я не могу упрекать или заставлять. Выбор остается, он есть, вам выбирать. И поэтому я сегодня понимаю, почему апостол Иуда в своем послании сказал такие слова. А почему он сказал, не написал так. А вы, святые, назидайте себя на святейшей вере вашей, читая и изучая слово. Он ведь не так сказал, правда? Что он сказал? А вы, святые, назидайте себя на святейшей вере вашей, что? Молясь Духом, молясь живым Словом. Он нам дает вообще язык для этого, удивительный язык Духа. Поэтому хорошее выражение, чем больше я молюсь, тем больше я молюсь, потому что я получил вкус преобразования и свободы от самого себя. От своего эго, от своего греховного начала. Бог расплетает это дерево добра и зла, оставляя добро, удаляя зло. Потрясающе. Имея нрав несребролюбивый, бескорыстность, смирение. Это качество слова в человеке. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы Тебя благодарим. За Твое удивительное слово, за высший авторитет в жизни каждого того человека, который знает Тебя. Помолимся, чтобы это слово, оно обильно вселилось в наши сердца. Принесло преобразование, мир, состояние Царства Небесного, потому что оно внутри нас, оно есть праведность, мир и радость в Твоем живом слове, в Твоем Святом Духе. Благослови нас. Пусть наши мысли будут к Тебе, сердца к Тебе. Благослови последующее прославление и поклонение, которое сейчас начнется, чтобы мы текли в Твоем Духе. Мы на самом деле умели покоряться Слову, которое способно созидать наши жизни и спасти наши души. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Почувствовать вкус молитвы и молиться не потому что надо, а потому что это благо. Аминь. Слава Богу.